Герої не вмирають, якщо про них пам'ятають. Чернігівці вважають, що потрібно встановити меморіал, який є гідним пам'ятником всім захисникам України, щоб вшанувати та увічнити пам'ять героям. Гарний такий, світлий, по-перше, сяючий. Такий, щоб на нього можна було звернути увагу. Не можна було не пройти мимо, не звернувши увагу. Щоб можна було, бо це для нас якби є символічно. Можна розкрасити, більш позитивно, більш ярко її зробити. Тому що в нашій житті і так багато негативного і плохого, тому більш ярко буде більш привлекати увагу. Что-нибудь может быть для героев Небесной Сотни или героев, вот, защитников Украины наших. Хочется, чтобы какой-то был пьедестал, какая-то фигура солдата или кого-то такого, мужчины этого самого. Во-первых. Во-вторых, чтобы было доступно, действительно можно было положить цветы, предаться в таком духе. Что-нибудь по-военному с наших ребят, которые воюют. Сюда бы надо было. Я так думаю, даже на цю стелу привести в порядок. Можешь повибивати їх лица, как на памятник на тих, что-то написать красиве. Будуть приходить атошники, будуть, я думаю, тут как раз им буде хорошо. Встречаться будуть. Возможно, с какими-то силуэтами воинов, но если это оно есть, то мне не очень нравится. Ну, просто слишком простая доска. Я сейчас катаюсь по регионам Украины, и на самом деле страшно наблюдать то, что в городе очень много стало мужчин с палками, инвалидными колясками или просто на костылях. А у нас мало очень почета и уважения к этим людям.